как ведут себя знаки зодиака в ссоре. Невозможно прожить жизнь и ни с кем не поссориться. Овен. Зачастую Овен побеждает в споре с любым, кто пытается ему противостоять. Логические доводы с ним просто не работают. Если вы сможете убедить Овна признать, что он был неправ, то у вас появится реальный шанс выиграть спор. Только не ждите, что Овен сразу признает вашу правоту. Телец. Он упрямый и непреклонный. Приняв какое-то решение, Телец редко меняет точку зрения. В споре с Тельцом можно победить только в том случае, если вы умело разыграете карту здравого смысла, особенно если покажете, что ваше предложение в финансовом плане более выгодное, чем их. А еще Тельцы не могут устоять перед комплиментами. Близнецы. Эти люди без раздумий примут любые ваши доводы. Но это еще не значит, что вы выиграли спор, ведь через несколько минут они могут поменять мнение и перейти на сторону другого человека. Суть в том, чтобы обмануть близнецов и убедить их, что ваша позиция наиболее популярная и приемлемая в обществе. Дело в том, что вопрос популярности беспокоит почти всех представителей данного знака. Рак. С ними непросто иметь дело, поскольку раки склонны убегать от конфликтных ситуаций и быстро отстраняются от проблемы. Лучшее, что вы можете сделать, это позволить им прийти в себя, а уже потом начать излагать аргументы. Лев. Самый простой способ переубедить в чем-то льва – это польстить ему. Зачастую они считают себя очень умными, и если вы покажете, что ваши доводы основаны на логических умозаключениях, то лев примет вашу сторону. Но будьте готовы к тому, что у идей льва намного лучше ваших. С помощью этих идей он постарается поддержать позицию, которую ранее отвергал. Дева. Победить деву в споре проще простого. Вам нужно всего лишь доказать свою правоту. Девы знают, в чем именно вы ошибаетесь, а потому не станут спорить, если в этом нет нужды. Стоит вам объяснить, что ваш подход был бы более уместным, и дева тут же перестанет сопротивляться. Весы. С весами любой спор превращается в переговоры, и тут не может быть и речи о победе или поражении, ведь представители данного знака всегда ищут справедливое решение для каждой из сторон. Если вы покажете им, что ваши доводы неопровержимы, они могут уступить. Скорпион. Скорпионы терпеть не могут игры, недомолвки и нелогичные аргументы. Если вы начнете использовать против них все эти вещи, то вы уже проиграли. Лучшей тактикой будет сказать правду. Если скорпион увидит, что вы сражаетесь достойно, они могут даже немножко уступить. Стрелец. Для него каждый спор – это шанс получить новые знания. Если у вас есть хорошие аргументы, эти люди будут только рады выслушать вас. Если же спор касается вопросов личного восприятия, то вам не выиграть, поскольку стрелец высоко ценит собственное мнение. Козерог. Они редко спорят о малозначительных вещах. Если же вопрос принципиальный, убедитесь, что у вас есть весомые аргументы, поскольку иначе козероги перестанут вас слушать и переключаться на более важные вещи. Водолей. До того, как начать спор с этим человеком, сначала убедитесь, что вы поняли его точку зрения. Как бы там ни было, но вы не сможете сыграть на эмоциях водолея, потому что рожденные под данным знаком редко теряют самообладание. Водолеям нравится, когда решение приносит пользу всем заинтересованным сторонам. Если вы хотите выиграть спор с водолеем, следите за тем, чтобы ваши доводы были направлены именно на это. Рыбы. Рыбы всегда стараются избежать конфликта, поэтому вам не составит труда победить их в споре. Как только рыба почувствует, что ее что-то расстраивает, она тут же отступит и начнет убегать. Вот почему представителям этого знака редко удается отстоять свою точку зрения. Поскольку победить рыб в споре довольно просто, подумайте о том, насколько это будет честным по отношению к ним. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.